Слушай, да, я лично, я истинный фанат Б-50, либо кольцевой, то есть луплайнер. Б-50 еще лучше, либо... Б-50 еще лучше. Вот, я про то и говорю, Б-50 самый тот. Тяжелая Б-50. Теперь смотрите, те, кто говорят Б-50, знаете, в чем проблема? Тут у нас человек теперь стало много, так? Значит, состав будет тоже много, так? Карта Б-50 очень большой, я буду специально так говорить. Вот. А состав тоже очень много. Вот. Коэффициент соотношения состава прямо пропорционален лага и прямо пропорционален при этом. Поэтому мы меняем карту, скорее всего, на Game Flatgrass, чтобы все не лагало. О, чего, блядь? Flatgrass для пацанов. Нет. Flatgrass для пацанов. Нет, я говорю, ну, Б-50 много народу, а что если, допустим, кататься в два лица? Ну, полчаса ездить сзади кабине. Ну, если бы у нас был бы реально хард РП, а не, и не было бы таких людей, которые такие, типа, мне скучно, и врубать реверс в задней кабине. Ведь, а же это, ну, если вот, ты не хочешь... Тогда бы можно было. Если не, понимаешь, хотят, если люди сейчас не хотят, или они творят хуйню, их можно просто кикнуть или забанить. Во-вторых, в два лица я имел в виду, в одной кабине два машиниста едут, один помощник, другой машинист, потом они меняются ролями в обратную сторону, вот и все. Ну, тогда в принципе... Так, значит, у нас опять секунд меняют карту, значит, что мы делаем? Тогда... Сейчас. Либо луплайн ставить. Либо да, только не луплайн, да? Дайте сказать, подождите. У меня есть небольшая, как бы, анонс, такой небольшой новость, что не знаю, как называть. Подождите, стойте. Короче, вот такой вопрос. Если в воскресенье устраивать, типа, знаете, такой hard RP, то есть с расписанием, с нормальными спичерами, то есть с прочим, знаете, только на несколько часов, на часа на 2-3. Ну, сделать время, сделать расписание этой станции. И там это будет надо около, подготавливать. Около 10 составов будет примерно. Возможно. Народ, нас зачем что-то подготавливать, зачем делать какое-то расписание, когда на B50 оно и так есть. Пишешь get schedule в консоли, все. Его нет, его выпилили вроде бы. Расписание выпилили, все, минус расписание, придется пылить вручную. Но это не сложно. Это не сложно. Я люблю составлять подобного рода хуйни, поэтому я могу и сделать. Но на это потребуется время, минимум неделя. Я тоже, кстати, могу, так что. Но скрипты на графике можно написать. Главное, чтобы нашелся человек, который будет вычислять себе регон по времени секунда. Кстати, пацаны, карта B50 уже готова, то есть. Давайте. Ну чё, меня в карту, значит, давайте тогда. Я эту карту вообще не знаю. Придется знать. Вот именно. Всё, что нужно тебе будет знать, это MN2-4 и всё. Расскажи, пожалуйста, уважаемый. Короче, смотрите, да потом поговорите, люди. Давайте уже перезапуск, всё. Сейчас поменяем карту и всё. Да. 3, 2, 1, поехали. 2, Бабушкинская, отключитесь! Чего? Да я крикнул в последний момент, бабушкинская, отключитесь. Бабушкинская, отключитесь, восклицательный знак, один. Так а чё, кстати, весь это, по поводу ранга-то сказали? А смотри, Витьку дадут ранг, группу называется модератор. То есть как бы с админскими правами. Ну этот, как там было, смотрящий за сервер, типа. То есть тебя уже, в принципе, как бы админский состав знает, тебе доверяют, в принципе, поставят, все. Блять, ёб твою мать, меня тело, блядь, капитально ломит, сука, тебе. А никто мне не подскажет, как решить одну тут небольшую важную проблему, которая связана с мышкой. То есть я кручу ее, она охуенно медленно крутится. А в настройках хоть повышай, хоть понижай, ни хрена ничего не меняется. Ну, хуй знает. А у тебя есть переключение скорости на мышке? Да. Ну вот. Прикол, знаешь, в чем? Когда я ввожу курсором-то все нормально, а в игре-то нихуя. Ну, значит, для игры нужен более высокий DPI. Ебать, B50. B50? Ой, my sexy and my doll. Чё ты сказал? Ну, я не понимаю, зачем писать то, что, блядь, я ее не знаю. Он не писал, он говорил. Он голосом то, сказал. Давайте не будем. А? Он голосом сказал, я ее не знаю. Вроде голосом. Ну, похер. Так пусть... Я ему сказал, зачем ты сюда пришел.
Заебись. Кому делать нехуй? О, слушайте, сейчас ебалка это будет в этом, в депотах, когда все будут... Люди, а давайте всем, подвал балкон. На первой станции будут... Мне похуй, я на станции автоюжной поставлю. Но стрелит. Не, он народ, тобой. Смотрите, можно, если... Кто стрелится? Блять. Можно как минимум один шестивагонный админский состав, а там на нем, ну, машинисты будут меняться, что в принципе реально, как и в жизни. А остальные там трех или сколько хотите. Вот я не буду, конечно, говорить, но ведь на втором сервисе мы на ранг, ну, можно сказать, насосал. Но опять, не-не-не, в этот раз не я сосал, за меня. За меня постарались. Еще даже тебя не спросив. Ничего сразу оскорблять пошел, но. В смысле? Все в депо, нахер. Вон, Витя говорит, я такой говорю, ну вот, ведь ты уже на втором это сервере на ранг насосал. И Витя такой, пошел нахуй. Ты за него два раза что ли? Погнали, короче. Так, ребят, мне нужно обкатать, потому что я эту карту вообще. Станы меньше номера больше. Тогда смотри, садись в кабину, вперед кататься. Что сложно? Блять, а что с небом? Почему все розовое? А потому что у тебя текстур нет. А у тебя контент. Это горя. Вот я взлетел за карту, блять, смотрю, и все вокруг розовое, пиздец. Так. А, это нормально. А, у меня все нормально. Вообще все прям чисто. Это у тебя текстур просто, скайбокс. Нет, когда я на улице, нормально есть участки нормальных текстур. Ну, я тебе говорю, текстур скайбокса, который вокруг карты нету. Ребят, дело в том, что когда я нахожусь на... Блядь, лагает. Посмотри, здесь нормально все. Когда я нахожусь на улице, небо нормальное. Когда я в небытие, скажем так, небо розовое. В жопе мира. А, это нормально. А, ну это нормально. А, это нормально. Это норма, это норма. Раньше такого не было. Да потому что у тебя... Значит, предлагаю вакансию помощника машиниста, старшего инструктора, значит, есть всего два места, короче, состав 8722, будет весело, у меня есть чайник, кстати. Давай, я к тебе. Я не слышу, они пиздят, подожди. Вот говори сейчас. Только дай до стороны бабай, сколько налетело. Так, давайте, принимайте место. Места. Один большой скайбокс, ну, это я знаю. Всю карту. О, привет. У тебя просто текстуры этого скайбокса нет. Нет. Play. Она есть, я же говорю, когда на улице нормально. Дай до. Так, ребят, я катаюсь, но только на номерном, я? Блять, я тебе только... про улицу говорю. На это сравнение. Вообще в основном говорю. Я говорю, когда ты залетаешь в ебеня, я понял. Там все фиолетово. Первый маршрут, нахожусь на первом канале, готов к работе. Вместе, блядь. Понятно, до контактного рельса протягивайтесь.